через завтра мысли. Это если о чем-то думать, оно непременно сбудется. Да? Визуализация картинки. Ну, это почти то, о чем Авраменко говорила. Что ты это себе придумал. Визуализация картинки произошла. Это ты такую литературу читаешь? Есть очень много на эту тему литературы. Там же я вычитала, что нужно себя любить. Ну, в какой-то момент я поняла, так, хватит уже заниматься всеми самобичеваниями насчет того, что я там такая толстая или что-то. Я должна себя любить. И я начала худеть потихоньку. Что самое интересное. Мне захотелось снять ночные пальмы, и они на фото получались...